под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Кто был охотник? Кто добыча? Все дьявольски наоборот. Что понял длительно мурлыча сибирский кот? Сибирский кот. И все-таки что же это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю, победил ли. Побеждена. Значит, сначала было слово, и слово это мука или миска. Миска, а в ней мука. Отмеряем 180 грамм, можно не просеивать. Далее 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Слегка перемешаем. И следом щепотка соли. Затем уже добавляем 2-3 столовые ложки сметаны. Больше сметаны, мягче тесто. Но не перестарайтесь. И в самую последнюю очередь натираем 70 грамм сливочного масла. Я говорю в самую последнюю, потому что тогда нам не придется мыть руки. Смотрите, как угодно. Жмякайте его, мацайте. Начинаем просто замешивать тесто. Тут важно довести тесто до однородности, не мучайте его слишком долго, иначе масло будет тануть раньше времени. Перекладываем комок теста в какой-нибудь целлофановый пакетик и отправляем в холодильник, хотя бы минут на 10-15. Теперь подготовим форму, дно устелим пергаментной бумагой, сверху съемную боковушку, зафиксируем и обрежем лишнее. Готово! Немного растительного масла смазываем только боковую поверхность, потому что внизу и так пергамент. А мы тем временем перейдем к нашей заливке-болтушке. В эту же миску, в которой было тесто, добавляем 200 грамм сметаны. Если у вас было всего 200 грамм и вы использовали 2 ложки от нее, хватит и оставшегося. Дальше сюда 100 грамм сахара. Кому мало, добавляйте больше. По мне, это та самая тонкая грань между кислыми яблоками и сладкой начинкой. Конечно, совсем сумасшедшие могут сахар еще уменьшить. Сверху 1 куриное яйцо. Размешаем все это той же ложкой, которой добавляли сметану. Просто до однородности, сильно не колотить. В отдельный стаканчик нальем немножко воды, на пальчик 2, обязательно холодной. И добавим 30 грамм кукурузного крахмала. Это 3 чайные ложки с горкой, с большой горкой. Если нет кукурузного крахмала, можете заменить мукой. Но это под вашу собственную ответственность. Хорошенько разбалтываем крахмал. Мы делаем это только для того, чтобы он полностью растворился и затем не схватился комочками в готовой начинке. Отправляем нашу смесь к остальной болтушке. Хорошенько перемешиваем и отправляем в холодильник. Итак, болтушку отправили в холодильник, а тесто наоборот достали. Припылим стол мукой, сверху комок теста, сверху еще мука, экстра мука на скалку и начинаем раскатывать. Тесто мягкое, податливое, а если нет, то вы что-то сделали не так. Покупайте себе кухонные весы и хорошее сливочное масло. Раскатываем тесто в пласт на 3-4 см больше, чем диаметр формы, и затем аккуратно перекладываем в нее. Не бойтесь, если что-то вышло криво. Смотрите, там, где горки, отрезаете лишнее и отправляете туда, где ямки или дырки. В итоге у вас должен выйти одинаковый бордюр 3-4 см высотой. Сделаем вилкой несколько десятков проколов по дну, а также по бокам, а затем отправляем форму с тестом в холодильник. Пусть немножко остынет, сливочное масло схватится. Сами же включим духовку разогреваться до 180 градусов и тут же отправляемся за яблоками. 5-6 среднекрупных яблок вам понадобится, сорт уже на ваш вкус. Можно, конечно, покислее. Овощечисткой избавляем яблоки от кожуры, обрезаем мякиш по 4 сторонам. Так просто быстрее. Ну а что делать с огрызком, вы и так знаете. Хорошо, теперь нарезаем на тонкие полоски, отправляем в миску, сбрызгиваем сверху лимонным или лаймовым соком, чтобы яблоки не потемнели, слегка перемешаем и обязательно накрываем чем-нибудь. Как справитесь с половиной яблок, духовка уже разогреется, и отправьте туда наше тесто. Пусть оно минут 10 пропечется, чтобы корж в итоге не был сырой. Это не обязательно, но по мне лишним не будет. Итак, с яблоками закончили, достаем тесто из духовки, и дальше самое приятное. Начинаем устилать всю поверхность яблочными дольками. Старайтесь так, чтобы не было пропусков. Сколько яблок начистили, столько и добавляйте. Даже если слегка выйдете за края бортиков, не страшно. Теперь из холодильника достанем болтушку и аккуратно заливаем ею яблоки. Смотрите, главное, чтобы жидкость не попала за края теста. Духовку по-прежнему на 180 градусов, отправляем туда пирог, ставим таймер на 50 минут. По истечении указанного времени достаем пирог. Когда он полностью остынет, накройте его чем-нибудь и отправьте в холодильник. Вы помните главное правило голодного мужчины? На утро все вкуснее. Свежеиспеченный, конечно, не разрезайте, но у меня осталась четвертинка из прошлого пирога. Итак, нежное, песочное, сливочное тесто. А начинку образует сладковатая болтушка и яблочные слои. Мне кажется, к такому пирогу лучше подать вилку. И все это поможет нам продержаться в слякотную осень и морозную зиму. Увидимся. За дядю, за тетю, за маму, за папу, чтоб кутику боженька вылечил лапу. Нельзя баловаться, нельзя, мой пригожий. Уж хочется плакать от злости, Сережа. Не плачь, и на трех он на лапах поскачет.
но поздно. Сереженька первенец плачет. Разохалась тетя племянника ради, усидчивый дядя бросает тетради. Отец опечален, семейная драма. Волнуется там перед зеркалом мама. Ну, нянюшка, дальше, чего же вы ждете? За папу, за маму, за дядю, за тетю.